Как известно, для диагностики рака предстательной железы используется целый ряд современных технологий, в том числе, конечно, лучевые методы визуализации, но роль этих методов может быть ограничена, когда речь идет о биохимическом рецидиве. И при этих случаях, при низких значениях ПСА, большинство методов лучевой визуализации показывают ложно-отрицательные результаты. ПЭТ-КТ в этом аспекте является достаточно уникальным методом молекулярной визуализации. Он позволяет использовать целый ряд радиофармпрепаратов для оценки целого ряда процессов, происходящих в опухолевой ткани. Все препараты для позитронной эмиссионной томографии можно разделить на остеотропные и трумоотропные препараты. Соответственно, трумоотропные можно разделить по механизму накопления в опухоли на метаболические и рецепторные. К остеотропным из тех препаратов, которые применяются для ПЭТ, можно отнести фторид натрия и ряд бифосфонатов, которые тоже можно использовать в клинической практике, но которые не так широко применяются, как фторид натрия. Эти препараты, соответственно, мечены радиометаллами, чаще всего галлием-68. К метаболическим препаратам относятся фторазоксиглюкоза, глюкоза, холин, ацетат и рецепторный препарат, целый ряд препаратов для оценки экспрессии различных типов рецепторов. Начнем с фторид натрия. Это препарат остеотропный, это не томоротропный препарат, соответственно, он накапливается в участках кости образования. И механизм накопления схож с механизмом накопления препаратов для сцинтиграфии. Единственное преимущество, это у него два преимущества по сравнению с препаратами для сцинтиграфии, это лучшее пространственное разрешение и лучшая фармакинетика препарата по сравнению с препаратами для сцинтиграфии. Ну и лучшее пространственное разрешение тоже связано с тем, что понятно, что ПЭТ имеет более высокую разрешающую способность, чем сцинтиграфия. Следующий препарат – это глюкоза. Глюкоза, как известно, является одним из основных препаратов, которые применяются в онкологической практике. Однако, когда мы говорим о раке предстательной железы, здесь ситуация немножко другая. Здесь рак предстательной железы характеризуется тем, что метаболизм жирных кислот преобладает над процессами гликолиза, а экспрессия транспортеров глюкозы увеличивается с прогрессированием уменьшением степени дифференцировки опухоли и, соответственно, увеличением степени злокачественности. При низких значениях ПСА, соответственно, метод является неэффективным. Тем не менее, ПЭТ-СФДГ имеет определенное прогностическое значение, потому что уровень SUV, который характеризует накопление препарата в опухоли, коррелирует с выживаемостью. Таким образом, ПЭТ-СФДГ может быть полезно в тех случаях, когда имеется агрессивное заболевание, кастрационно-резистентный метастатический рак и когда проводится оценка ответа на проводимое лечение. Холин был предложен в начале 2000-х годов и до появления ПСМА являлся одним из основных препаратов для диагностики рака предстательной железы. Особенность накопления препарата в опухоли является при раке предстательной железы, как я уже говорил, обусловлена тем, что в опухолевых клетках рака предстательной железы процессы синтеза жирных кислот они превалируют над гликолизом. И как раз холин позволяет оценить активность фермента холинкиназа. Это специфическая мишень для этого радиофармакологического препарата. В клетках рака предстательной железы отмечается усиление активности холинкиназы, что приводит к повышенному накоплению фосфорилхолина и синтезу клеточных мембран. Показания применения холина – это стадии рака предстательной железы, когда речь идет о категории ХНМ, но, конечно, не Т, потому что здесь чувствительность метода намного ниже, чем, например, магнитно-резонансная томография вследствие низкой пространственной разрешающей способности, низкой тканевой специфичности, я бы сказал, что больше тканевой специфичности КТ по сравнению с магнитно-резонансной томографией. Подозрение на рецидив рака предстательной железы при увеличении ПСА более 0,5 нанограмма на миллилитр или коротком времени удвоения.
Ограничение применения холина связано с тем, что метастазы печени не накапливают этот препарат, соответственно, эти метастазы обычно появляются при кастрационно-резистентном раке предстательной железы. И поэтому именно в этих ситуациях, конечно, показано прежде всего контрастное усиление для того, чтобы можно было использовать возможность компьютерной томографии. У холина есть несколько вариантов препарата. Это холин, меченный углеродом, и несколько вариантов в зависимости от положения фтора. Несколько вариантов препаратов, меченных фтором. При этом информативность углеродного холина и фторхолина примерно одинакова. Вот здесь представлено сопоставление данных ПЭТ с холином, ПЭТ с натрий-фторида и МРТ в выявлении костных метастазов. У ПЭТ-КТ с холином и ПЭТ-КТ с торидом натрия сходная чувствительность в выявлении костных метастазов, но холин позволяет также выявлять метастазы, метастатическое поражение костного мозга. При сопоставлении МРТ с DVI, МРТ всего тела и ПЭТ-КТ с холином, показано, что ПЭТ выше чувствительность, но зато магнитно-резонансная томография характеризуется более высокой специфичностью. Ну и, конечно, ПЭТ с холином более чувствительна, чем ПЭТ с, чем сцинтиграфия в выявлении костных метастазов. Еще один интересный препарат – это флуцикловин, синтетический аналог аминокислоты лейцина. Вот здесь видно распределение препарата у пациента. Мы видим, что препарат практически не выводится с мочой, метаболизируется через печень, и таким образом улучшается визуализация зоны ложа предстательной железы, что важно, например, после простатэктомии. Ну и здесь представлены данные больного в сопоставлении с аффектом с индием 111 с капромабом, который показал ложно-негативные результаты. И мы видим очаги поражения в области тазового лимфоузла слева при использовании флуцикловина. Наконец, целая группа препаратов создана для оценки экспрессии рецептора. Это фтор-дегидроцистерон и, конечно, ПСМА. ПСМА начал использоваться в клинической практике с 10-х годов этого столетия. Мы знаем, что экспрессия простатическо-специфического мембранного антигена, который представляет собой фермент глутамат карбоксипептидазу, увеличивается при раке предстательной железы, особенно когда имеются опухоли низкой степени дифференцировки, когда есть метастазы, когда опухоли гормонорезистентные, и уровень экспрессии ПСМА является очень важным прогностическим фактором исхода заболевания. В норме этот фермент также, этот белок также экспрессируется в целом ряде органов и тканей, и его экспрессия отмечается не только при раке предстательной железы, но и при ряде других опухолей, в частности, например, при раке печени или, например, раке щитовидной железы. Существует целый ряд препаратов, ну, их называют малые молекулы, потому что это не совсем пептиды, потому что здесь присутствует мочевина, и таким образом такая вот комбинированная молекула. Малые молекулы ингибитор ПСМА. Мы видим, что существует целый ряд этих препаратов, меченных различными радионуклидами. Существуют также препараты, меченные для сцинтиграфии, меченные технетием-99М и индием. И также существует целый ряд препаратов для позитронной эмиссионной томографии, для меченной 68-м галлием, и в последнее время также появились препараты, меченные фтором 18. Но надо сказать, что есть работы по сопоставлению препаратов, меченных галлием и фтором. Можно сказать, что в принципе, несмотря на то, что при использовании препаратов, меченных галлием, отмечается большее накопление
препарата в мочевыводящих путях. В общем, информативность этой технологии примерно одинаковая. Нельзя сказать, что использование препаратов меченной фтором, но намного уж так увеличило точность диагностики рака предстательной железы по сравнению с препаратами меченной галлия. И более того, показано, что при использовании лигандов меченным фтором отмечается больше ложноположительных результатов, связанных с накоплением препарата в области симпатических ганглий по сравнению с галлиевыми препаратами. Поэтому мы, например, с галлием работаем достаточно активно и отказываться от него не собираемся. Какие показания существуют для использования препаратов на основе ПСМА? В первую очередь, конечно, выявление биохимического рецидива. При увеличении ПСА в крови больше 0,5 нанограмм на миллилитр или быстрое удвоение уровня ПСА. Первичное стадирование рака предстательной железы с высокой степенью риска перед проведением хирургического лечения или планирование инъекционно-лучевой терапии. Стадирование перед и во время ПСМА управляемой лучевой терапии, это все более и более становится актуально, в том числе у нас в России. Именно накопление препарата в очагах поражения имеет решающее значение для отбора больных для проведения ПСМА управляемой радионуклидной терапии. Также одним из таких результативных показаний является предстательная биопсия после предыдущих отрицательных биопсий у пациента с сотым подозрением на рак предстательной железы. При этом, конечно, целесообразно сочетать полученные данные с данными мультипараметрической магнитно-резонансной томографии. Одним из показаний является также мониторинг системного лечения метастатического рака предстательной железы. Ну, вот здесь представлены данные с фтором ПСМА, вот как это выглядит при использовании фтора. Но, как я уже сказал, что галлий препараты в этом плане не менее информативны, чем препараты, меченные фтором. Какие еще применяются изотопы, кроме фтора и галлия, для создания препаратов на основе ПСМА? Это, конечно, медь. 64-я медь является достаточно таким перспективным радионуклидом. Период полураспада составляет 12,7 часов. Вследствие очень короткого пробега позитрона в среде можно получать очень высокое качество, очень высокое изображение высокого разрешения. Неостатком является то, что кроме эмиссии позитронов, здесь присутствует целый ряд других путей распада. Это и бета-распад, и гамма-распад. Второй неостаток, ну, такой относительный, это период полураспада 12 часов. Это, конечно, много для ПСМА, но, однако, позволяет... дает возможность доставлять препарат на достаточно большие расстояния. Ну и, конечно, сложность получения. Существующий в настоящее время способ получения на отвердительных мишелях достаточно трудоемок. И достаточно дорогостоящий в производстве по сравнению с тем же, например, галлием или фтором. Сканди – это тоже такой достаточно многообещающий радионуклид для позитронной эмиссионной томографии. Способ получения его, как правило, циклотронный, хотя существует и титан-скандиевый генератор. Они такие достаточно экзотические. Период полураспада титана составляет 60 лет. Конечно, генератор 60 лет работать не будет, но, тем не менее, такие генераторы, наверное, когда-нибудь найдут свое место в клинической практике. Пока это только исключительно какие-то единичные исследования. Здесь представлены результаты планирования
радионуклидной терапии используем лютеция с применением препаратов, меченных галлием, галлий ПСМА. И здесь тоже встает вопрос по поводу вот тех же актуальных препаратов, насколько вообще, я уже сейчас заканчиваю, насколько вообще уместно их использовать для планирования радионуклидной терапии, потому что все-таки кинетика фторных препаратов, она отличается от препаратов, меченных галлием. И в том числе и поэтому это, конечно, создает определенные могут быть проблемы при планировании и радионуклидной терапии актинием и лютецием. Ну и, наконец, существуют также препараты, меченые на основе бомбезина. Это, препараты к экспрессии гастрильнизинг фактора, который тоже повышенным количеством экспрессируется в опухолях предстательной железы, как правило, высокой степени дифференцировки. Ну и, наконец, также могут использоваться не только малые молекулы пептиды, но и антитела, и их фрагменты тоже для диагностики рака предстательной железы, используемые позитронной эмиссионной томографией. Какие существуют перспективы использования технологий для рака предстательной железы? Это, конечно, поиск новых этих мишеней. Пока у нас этих мишеней немного для диагностики и таргетного воздействия на опухоль. Это разработка эффективных систем доставки радионуклидов в опухоль. Ну и, конечно, совершенствование технологии получения радиометаллов. Спасибо большое за внимание.